Ярославль впервые принимает чемпионат мира по шашкам. Сегодня соревнования стартовали сразу в нескольких категориях. Главное первенство мира, причем здесь состязаются не только дети. Возраст участников от 9 до 26. Кроме параллельно идет чемпионат среди ветеранов 50+, этап Кубка мира и командный чемпионат. У нас вообще есть богатые традиции проведения крупных соревнований. В том числе мы международные соревнования проводили дважды. Это было первенство Европы. Организация тут очень хорошая, хорошее место, новое место. Это самое важное. И хороший зал, не жаркий. Более 200 шашистов приехали в Ярославль из 7 стран. От нашего региона участвуют 7 детей из областного центра и Гаврилов-Яма. Самые молодые участники турнира 2012 года рождения.